Тоже вопрос? Да. Согласно тому, что вы объясняли до этого по поводу вопросов, что у того, кто задает вопрос, есть большая ответственность перед всем мировым кли. Вопрос, каково выяснение, которое требуется, которое должен исполнить тот, кто задает вопрос, прежде чем задает? Я должен взвесить, насколько это важно. Мне пока не с кем посоветоваться, потому что пока я не выдал этот вопрос наружу. Но я должен представить себе, насколько этот вопрос важен и насколько есть ему место, насколько он уместен. И так продвигаться. Поэтому у нас нет выхода. Как мы продвигаемся, но что делать? Каждый должен быть ответственен, что он не просто задает вопрос. Что и это приводит к состоянию, это приводит к тому, что я не даю ему возможность спрашивать. Когда у меня есть хисарон, нужно выразить этот хисарон через вопрос. Это еще раз выяснение. Нет на это ответа. На это нет ответа. Тебе нужно прояснить свой хисарон, свой вопрос, увидеть, насколько он важен для всех, что это не что-то личное, а относится и может пробудить каждого. И в соответствии с этим ты спрашиваешь, в надежде, что это поможет остальным.